Queridos amigos, todas las series y películas en este canal están en su idioma original, ruso. Para activar los subtítulos en español, por favor, sigan estos sencillos pasos. En la esquina inferior derecha, hagan clic en Configuración. Seleccionen Subtítulos, elijan el idioma. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse a este canal. ¡Que disfruten del cine ruso! Кто ж придумал эти удавки, а? Терпеть не могу. Кирюшенька, галстуки тебе очень идут. Угу. Ой, нет, пожалуйста, только не этот. Знаешь, я вчера купил тебе новый галстук. Сейчас. Смотри. Класс? А? Ир, ну то же самое. Ну тогда просто поверь мне на слово. Ну если на слово. Поверим. Так. Кирюш? Мне пора. Пока. Класс. Никакой разницы. Прошу всех встать, суд идет. Суд Перовского района города Москвы в составе председательствующей судьи Карелиной Ирины Викторовны при участии государственного обвинителя Шевцова Игоря Петровича, подсудимого Ушакова Григория Владимировича, адвоката Сыромятникова Леонида Сергеевича в присутствии секретаря или иной Людмилы Ивановны. Изучив доказательную базу и заслушав проходящих по делу свидетелей, считает, что в ходе судебного заседания неопровержимых улик причастности Ушакова Григория Владимировича к совершению преступления, предусмотренного 112 статьей Уголовного кодекса Российской Федерации, предоставлено не было. Именем Российской Федерации суд постановил Ушакова Григория Владимировича освободить из-под стражи в зале суда, а также ходатайствовать перед органами прокуратуры о проведении дополнительного расследования.
Знаешь, а сегодня было жарко. С завтрашнего дня обещают похолодание. Правда? Да. Это хорошо. Завтра. Завтра, завтра. Маша, а что у нас завтра? А? Завтра слушание по делу Козельковой. А. Перенесено по просьбе ее адвоката. Машуль, найди, пожалуйста, ее дело. Надо кое-что уточнить. Хорошо. Алло, такси? Здравствуйте, можно машину заказать на 7 часов к Перовскому суду? Да? Поедем, поедем на Калязинский к бизнес-центру. Да, спасибо, жду. А что с машиной? Ты знаешь, спасибо, с машиной все в порядке. Просто у Кирилла сегодня конкурс, Маш, ну и банкет, естественно. Зря вы его отпустили, Ирина Викторовна. Игорь Петрович, зачем меня так пугаете? Зайкой хотите сделать? Да вы так на Ушакова засмотрелись. Сомневаетесь? Нет, просто следствие проведено из рук вон плохо. Я не понимаю, как можно обвинять человека по такой тяжелой статье, не имея достаточных доказательств его вины. Но ведь умысел у него был, свидетели это подтвердили. Игорь Петрович, а как же презумпция невиновности? Приговор базируется на четких доказательствах, а не на умыслах и домыслах. Вы поймите, судья не может выносить приговор, исходя из личных симпатий, антипатий. Да, вас трудно заподозрить в предвзятости. И не обижайтесь на меня, ладно? Я выполняю свою работу. Ладно, ладно, пусть Ушаковка гуляет пока. А почему такси? Давайте я вас подвезу. Заодно обстоятельства следующего дела обсудим. Вы же знаете, я обсуждаю все в рабочее время, а личное время у меня исключительно для мужа. Знаю, знаю. Но спросить-то могу. Вдруг на этот раз прокатит. Игорь Петрович не прокатит. Меня такси прокатит. До свидания. Всего доброго. Презентация позади, ждем результатов. Кирилл Александрович, не волнуйтесь, все будет хорошо. С вашим талантом невозможно не победить. Не говори дифирамбов-то, я привыкну. Да, это Наташа, моя помощница, это Ира, жена. Здравствуйте. Очень приятно тоже. Я рада, что у Кирилла появился помощник, если он не справляется с делами. Нет, ну что, он прекрасно справляется сам, просто когда дел слишком много, одному невозможно успеть. Конечно. Девчонки, давайте дождемся результатов. Ирина Викторовна. Очень рад. Юрий Константинович, здравствуйте. Шампанского, а потом после церемонии потанцуем. Ну, вы же знаете, я не танцую, а вот шампанского непременно. За удачу. Итак, номинация «Дизайн промышленных объектов». На рассмотрение было представлено 3 весьма оригинальных новаторских проекта от фирмы «Галактика», «Вертикаль» и «Колорит». Кирилл Карелин. Евгений Женовецкий и Андрей Громов. Кирюша, ты Громов? Знаешь? Я приглашаю победителя, дизайнер-проектировщик фирмы «Вертикаль» Андрей Громов. Бурные аплодисменты! «Вертикаль» был самый банальный. Правда? Да. Поздравляю, Андрей. Спасибо. Еще раз поздравляем от всей души. Кирилл, ничего ты. Кирилл, сама номинация – это уже много. Главное – это участие. Вот именно. Поздравляю всех с участием. И разрешаю завтра опаздывать на работу в связи с сегодняшним банкетом. Ну? Ура. Победитель ваш знакомый? Да. Здравствуйте. Я все смотрю, вы. Поздравляю. Поздравляем тебя.
Поздравляю. Андрей. Наталья. 100 лет прошло, а прям как вчера. Турпоходы, костры, гитары, романтика. Рассказывайте, как вы? Живем, работаем. Детей, наверное, полный дом, да? Детей у нас нет. А как ты лучше расскажи? Да я чего. Помыкался в Москве после института, потом уехал в свою провинцию, женился неудачно. Вот, вернулся, работаю. Кирилл, ты не расстраивайся. Ой. Твой проект классный, правда? Спасибо. Судьи, они тоже люди. У каждого свой вкус. Кирилл. Ты-то юридически свой закончил? Да, закончила, работаю по специальности. Давайте выпьем. Давайте. Да нам пора. У Иры тут сложный день. Ну, пойдем. Пойдем. Координаты, чтобы больше не теряться. Да, конечно. Вот моя карточка. Ну, пока. Счастливо. Ну, с вами тоже. До свидания. До свидания. До свидания. Пока. Столько времени потерять зря. Кирюш, почему зря? Такой проект сделал. Даже Громов сказал, не хуже его собственного. То есть тебе важно, что говорит Громов? Этот провинциальный выскочка. Кирюш, ну что ты меня ревнуешь к Андрею, как в институте? Да, конечно, нет. Просто, Ир, просто я очень много работал. Работал. А толку-то что? Ну, я понимаю. Поэтому я не наставила на банкете. Поедем домой, выспишься. Пожалуйста, вот только не надо с вами, как с маленьким ребенком, ладно? Кирилл, ну почему я пытаюсь тебя поддержать? Да, очень бурная была у вас юность. Да уж. Мы на байдарках сплавлялись и в тайгу ходили с настоящим охотником, учились капканы ставить. Кирилл, кстати, лучше всех капканы ставил. Да. Мы ему все завидовали. А что он еще любил в молодости? Иру свою любил. Я в нее тоже был влюблен. Кирилл страшно ревновал, хотя она выбрала его. Надо поговорить. Извините. Пожалуйста. Пойдем. Не надо, пожалуйста, мне попадать. Ты что, отключил телефон? Ты заблокировал меня? Ну, Андрей, я так не могу, пожалуйста. Я тебя... Иди сюда. Почему ты меня делаешь? Почему? Почему? Я тебя готова. Мне кажется, вам нужно немножко расслабиться. Я не пью. Ну и что у тебя с ним? С кем? Слушай, дуру из себя не строй. С Андреем, конечно. Послушайте, вы все неправильно поняли. Мы познакомились только здесь, на банкете. Оказалось, что у нас знакомые друзья, и мы просто разговорились. Правда. Вам плохо? Андрей очень опасный человек. Он меня теперь точно убьет. Машуля, привет. Привет. Я тебе сейчас налью настоящего китайского луна. Владька вчера привез. Да, я успеваю? Успеваешь, есть еще время. Ну, давай. Ну,
Давай, рассказывай, что у вас интересного. Катерина моя в фотомодели собралась. Ну да, сейчас все 15-летние хотят быть моделями. Ну ты Владике это скажи. Чуть не выпорол вчера дочь. Что такое? Ой, я... Горячий... Прости. Ой, прости. Угостила. Маша, это Кирилл. Ты уверена? Конечно, это его затылок. Я каждый день его вижу, когда он работает. Да, и шарф, и пальто. Маша, у него что, есть другая женщина? Это же просто журнал. Наверное, это модели какие-то, актрисы. Он в этом году зимой ездил в командировку. В Прагу? Нет, сказал, что был в какой-то провинции. Приехал такой окрыленный. Я еще радовалась за него. Получается, он не врет? Верочка, не делай поспешных выводов. Да, он звал меня в Прагу много раз, а я не могла. У меня за последние 5 лет ни одного отпуска не было. Фух, неужели я так ошиблась в самом близком мне человеке? Ты выясни сначала, был ли он вообще в Праге? Как? Посмотри его загранпаспорт. Точно. Ну, конечно, что я фантазирую? Нужны факты. Да. И одевайся. Опоздаешь на заседание. Да ты не разберешься с пеной. Чего и мужикам не хватает? Теперь к работе дизайнерского бюро. К сожалению, в отличие от прочих, этот отдел пока убыточный. Ни один из проектов еще не принес реальных дивидендов. Зато расходов хватает. Впереди тендер на строительство офисного здания для холдинговой компании «Газоразведка». Я надеюсь, что наш проект наконец-то победит. В противном случае нам придется пересмотреть нашу кадровую политику. Поменять руководителя дизайнерского бюро, например. Гражданке Козельковой Юлии Николаевне предъявляется обвинение в преступлении, предусмотренном в статье 105 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Покушение на убийство своего мужа, гражданина Козелькова Николая Сергеевича. Мотив для совершения преступления – ревность на почве супружеской неверности. Обвинение настаивает на максимальной мере наказания, предусмотренной вышеназванной статьей Уголовного кодекса Российской Федерации. У суда есть вопросы к обвинению? К обвинению вопросов нет. Суд готов выслушать подсудимую. Я не знаю, что говорить. Гражданка Козелькова, вы признаете себя виновной? Да, признаю. Как вы узнали об измене мужа? А я ходила к Таньке. Парикмахерша, она укладку хорошо делает. Один раз она мне стала рассказывать про своего очередного любовника, и я по описанию поняла, что это мой муж. А мы 15 лет вместе. 15. И я все. А он. В общем, он оказался другим человеком. Привет. Привет. Что, неприятности на работе? Не хочу говорить об этом. Знаешь, тебе нужно отдохнуть. Да, и мне тоже не помешает. Да знаешь, что я придумала? А давай мы возьмем, наконец, рванем в Прагу, а? Ну, я прекрасный тур нашла. Где твой загранпаспорт? Не могу его найти. Ты эгоистка все-таки. Только о себе думаешь. Хоть бы узнал, хочу ехать куда-то или нет.
Ты же так хотел в Прагу. С мужем. Я говорила. Закрывался в комнате и кричал, что ты зажжена, если ты не веришь собственному мужу. А как понять, спят они вместе или не спят? Нету доказательств, нет. То есть вы хотели доказательств измены мужа? Да. Да, я хотела доказательств в изменах мужа. Я хотела увидеть все сама, собственными глазами. Что вы предпринимали для этого? Я следила. И выследила, я увидела. Не в машине, а ей в машине, на заднем сиденье. Все это. Алло? Ира, здравствуй. Это Андрей. Да, Андрей, привет. Рада тебя слышать. Кирилл звонил. Хотел к вам в гости приехать. Конечно, приходи в гости. А что Кирилл сказал? Он сказал, что занят. Давай мы с тобой вдвоем где-нибудь встретимся, кофе попьем. А, он занят. А это он тебе мой номер дал? Я поняла. Ну, давай тогда пообедить на перерыв. Угу. Пока. А как мы перевернулись, когда сплавлялись, помнишь? Конечно, помню. Я же тогда фотоаппарат утопила. Так жалко было, ревела. А мне тебя было жалко. Хорошее было время. Да. А ты нисколько не изменилась. Вот Кирилла бы я сразу не признала, а ты все такая же. Ты мне льстишь. А по деревьям помнишь, как я учил тебя лазить? Да, конечно, помню. Я даже помню, как ты меня поддерживал. Да, Кирилл тогда на тебя с кулаками полез. Да, все как вчера. И ты меня не переубеждай, ты все равно не изменилась. Андрей, у тебя было какое-то дело? Было. Угу. А теперь вот думаю, предлагать тебе его или нет? Что за дело? Да, у меня после конкурса заказы посыпались. Нужен постоянный юрист. Договора оформлять на получение лицензии для строительства и т.д. и т.п. Вот хотел предложить тебе в качестве подработки. Подожди, ты что думаешь, я у Кирилла юристом в фирме работаю? А разве нет? Нет. Но я обязательно подумаю, кого можно тебе порекомендовать. Нужен кто-то добросовестный и надежный. Подумаю. Ты прости, мне нужно бежать, ладно? Очень рада была тебя видеть. Взаимно. Я в гости все-таки загляну. Да, обязательно заходи. Мы будем очень рады. Пока. Пока. Алло, Кирилл, нам надо поговорить. Опять занят? Ты последнее время все время занят. Нам очень надо... И давно это у вас?
Ну, во-первых, здесь не суд, не надо меня допрашивать. Ну почему же? Здесь налицо злоупотребление доверием. Статья 165 Уголовного кодекса. А, в Прагу это ты с ней. Откуда ты? Так, небольшие следственные мероприятия. Значит, с ней. Не надо давить. Да нет, я не давлю. Я просто хочу знать правду, которую ты мне почему-то не сказал. А потому что ты ничего слушать не хочешь. Потому что наплевать на то, что я чувствую. Ты всегда хотел все делать по-своему, как тебе удобно. Да. А мне казалось, тебя вполне устраивает, что в наших отношениях решение принимаю я. Ты никогда не любил ответственности. Да потому что ты прешь, как грузовик. А теперь я встретил человека, который не только слушает, но и слышит меня. И теперь я счастлив. Да. Очень рада за тебя. Извини, но и сейчас решение тоже приму я. К выходным я освобожу квартиру. Так что больше никаких тайн. Очень за вас рада. До свидания. Желаю счастья. Ир. Не нужно. Ты сделаешь еще больнее. Послушай, ну она самостоятельная, очень сильная женщина, она справится. Ну, все, что нам делается, все к лучшему. Почему вы признаете себя виновной? Вот, судя по материалам дела, вы в ссоре во время вынесения отношений толкнули мужа, он упал и затылком ударился о каменную ступень. Вы хотели его убить? Гражданка Козелькова, отвечайте на вопрос. Да. Да, я хотела его убить. А как? Как? Он будет с Танькой кувыркаться в постели, а я... Ир, я все-таки не понимаю, почему ты съезжаешь. Интересное дело, Кирилл изменил. Развод по его вине. Еще и квартира ваша ему остается. Чудесно. Где справедливость? Кирилл владелец. Здрасте. Совместно нажитого в браке, между прочим, никто не отменял. Не хватало мне еще судов с разделом имущества. Я даже думать об этом не хочу. Сниму квартиру, а там разберусь. А почему бы, собственно, и не в суд? Он как маленький, ты с ним носишься, как с мальчиком маленьким. А он этим пользуется всю жизнь. А все, Ира, потому что детей у тебя своих нет. Ира, ну прости меня, пожалуйста. Я не знаю, я говорю такое же. Да нет, Маш. Не извиняйся, ты права. Я как-то сама не заметила, что подменила ребенка мужем. Прошу всех встать. Суд идет. Суд Перовского района города Москвы в составе председательствующей судьи Карелиной Ирины Викторовны при участии государственного обвинителя Шевцова Игоря Петровича, подсудимой Козельковой Юлии Николаевны, адвоката Сыромятникова Леонида Сергеевича в присутствии секретаря Ильиной Людмилы Ивановны. Изучив доказательную базу и заслушав проходящих по делу свидетелей, постановил признать обвиняемую Козелькову Юлию Николаевну виновной в преступлении, предусмотренном в статье 105, часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначить обвиняемой наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Ир, привет. Я подумал, может, я могу тебе помочь с приездом? Кирилл, я же сказала, я сегодня съеду, и помощь мне не нужна.
Тем более от тебя. Я же тебе сказала, мне от тебя ничего не надо. Алло, Ира. Ира, это Андрей. Спасибо. Андрюш, прости. Прости, я тебя не узнала, да. Я хотела в гости приехать, можно? Я бы с радостью, но у нас тут, как тебе сказать, дела, да. Угу. А. Черт. Что случилось? Нет, нет, ничего, все в порядке. Старые фотографии упали. У вас что там, вечер памяти? Нет. Просто небольшой переезд. Так давай я приеду, помогу. Все, давай, жди. Смотри, смотри. Я же тебе говорила, что она очень быстро устроится. Ревнуешь? Не говори глупостей. Мне себе уютненько. Цвет стен я бы, конечно, поменяла. И эту штуку вот убрала бы со стола. И мебель, конечно, мебель нужно заменить. Кирюш, ты меня слышишь? А, да, конечно. Я говорю, мебель нужно заменить. Наташ, мебель, ну это куча денег. Ну, я сейчас не осилю. Ну вот именно что сейчас. Ну, ты же все сможешь. Ты у меня настоящий мужчина. И ты совсем справишься. А где у нас здесь чай? А там? Сейчас делаю. Спасибо. Долго сюда переехала? Не знаю пока. Очень красивые цветы. Спасибо. Прости меня, пожалуйста. Прости. Просто, наверное, очень-очень устала, понимаешь? Так, поднимайся, мы сейчас поедем. Куда? Я знаю, куда. Давай-давай, вставай. Андрей, я никуда не поеду. Поедешь, давай. Я прошу тебя, пожалуйста. Нет, давай, ну, я говорю, ну, поехали. Ну, почему ты командуешь? Ну, потому что раненых в бою не бросают. Давай, давай. Самое страшное, что Кирилл врал. Я понимаю, встретил девушку, полюбил. Хочешь быть счастлив, но
Зачем врать? Прятаться? Изворачиваться? Оказывается, я давно живу в семье, которой нет. И знаешь, по-моему, нет ничего хуже, чем жить во лжи. Вот. Жизнь, она все-таки удивительна. Ты знаешь, моя жена, она тоже мне изменяла. Долго. Я когда узнал, мне казалось, мир рухнул, и я стою на краю пропасти. Мне даже во сне снилось, как я в эту пропасть падаю. И как ты с этим справился? Всю жизнь мечтал прыгнуть с парашютом, но как-то побоялся. А тут взял и прыгнул. Сильно. Очень страшно было. Может быть, прыгнуть в фонтан? Или залезть на Останкинскую башню? Ну, не обязательно. Просто надо сделать что-нибудь совершенно безумное. Для начала я предлагаю тебе потанцевать. Со мной здесь и сейчас. Андрей здесь не танцует. Именно поэтому наш поступок будет достаточно безумным. Нет, нет, ты не понимаешь, я не умею танцевать. А я тебе научу. Хвалить, а то сейчас все ноги тебе отдавлю. Ну вот, а ты боялась. Да, у меня получилось. Спасибо тебе. Спасибо за этот чудесный вечер. Да тебе спасибо. Помню, ты прекрасно танцуешь. Да. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Пока. Что? Не знаю. Я не хочу туда идти. Так ты не ходи. Поехали со мной. Я так не могу. Правда, я так не умею. Ир, послушай. Я думал, что все прошло, но ничего не прошло. Слышишь? Ты тогда выбрала Кирилла, и я запретил тебе даже думать о тебе. Ну вот я тебя увидел, и все началось заново. Поехали со мной. Куда? На край света.
Не стану с тобой разговаривать. Да потому что нам не о чем говорить. Слушай, не лезь в мою жизнь, иначе я за себя не ручаюсь. Да, у меня появилась друг. Кто она? Ты знаешь, тебя это не касается. Так, все, все, прощай. Я сказал, прощай. Подслушал, что ли? За кого ты меня принимаешь? Прости. Просто вредный заказчик нервы трепет. Извини, что-то не так, да? Я просто подумала, что... совсем тебя не знаю. Что вообще ничего тебя не знаю. Слушай. Главное о себе я тебе уже рассказал. А мелочи, ну, зачем на них время даешь? Да я сама от себя не ожидала, Маш. Ты серьезно, что ли? Да серьезно, это не то слово. Я думать ни о чем не могу, кроме среды. Здорово. Главное, чтобы тебе было хорошо. Ну, очень. Ты расскажи лучше, как. Катерина, передумала идти в фотомодели? Ой, слава богу, передумала. Педагогически собралась, но мы ей даже уже курсы подыскали. Владя, ну что ты делаешь? Вот вы же намочите ноги. Давайте-ка поднимайтесь. Пойдем. Пойдем. Ой, мамочки. Ты не промокла, малышка? Привет. Не холодно тебе? Что ты там поймала? Как это, листочек?
Обвиняемый Хвостов задумал свое преступление заранее, о чем ясно говорят показания свидетелей, его коллег. Например, гражданин Семенов утверждает, что видел Хвостова... На складе, в нерабочее время. У суда есть вопросы к обвинению? У суда нет вопросов к обвинению. Объявляется перерыв. 15 минут. Фирма «Вертикаль», секретарь Анастасия. Слушаю вас. Здравствуйте. Соедините меня, пожалуйста, с Андреем Громовым. Представьтесь, пожалуйста. Ирина Карелина. Только, пожалуйста, побыстрее. У меня очень важный вопрос. Сейчас я узнаю, есть ли возможность вас соединить. Что значит, есть ли возможность? Минуточку. Извините, но разговор с Громовым сейчас невозможен. Перезвоните позже. А вы можете сказать, где он? Ир, ну не надо так переживать. Может быть, что-то случилось. Может быть, он в аварию попал. Маш. Что я говорю? Нет, он был там. И она отвечала так, как будто ответы ей кто-то диктовал. Идиотка. Размечталась. Да. Ирина Викторовна, я понимаю, что не вовремя, но у меня край. Поспелова заболела, заседание может отмениться. А там мера пресечения подозреваемого в убийстве. Срок задержания без предъявления истекает. Отпустим, а он возьмет и сбежит. Умоляю. Игорь Петрович, я не могу идти на заседание неподготовленным. Да там пустяки, пролистайте на ходу. Нельзя его сегодня выпускать. Ну, хотите, я на колени встану? Нет, нет, не надо. Ирочка, ну иди. Правда, иди. Лучше, чем сидеть здесь и думать всякое. Хорошо, Игорь Петрович, только это первый и последний раз. Конечно, конечно. Драгоценная вы моя, Ирина Викторовна. Исключение только подтверждает правила. Прошу садиться.